Привет! О, девчули! Я рада, что вы заходите сюда. Я сейчас проводила прямой эфир в профиле Nail Academia Сталикс. И вот кто хотел посмотреть эфир по лепке, я вот сюда зашла. Так. Ну, смотрите, у меня сейчас, так как осталась приятная текстура, которую я могу использовать для дальнейшего своего дизайна. Но мне для этого понадобится сейчас покрыть типсу. Я сейчас покрою типсу, гель-лаком, и, возможно, я еще... Так, так, так... Где мои типсочки? Вот. Сейчас буду покрывать гель-лаком. Называется он «Розовая пантера». Вот этим. Привет, привет. Здравствуйте. Ой, я вас вижу. А я у вас не вижу... Нет, у меня не увидите предыдущего эфира. Вы увидите эфир на страничке Nail Academia Сталикс. Лепка гелем будет, да, лепка гелем, мы тут, я рада, мы отсюда пришли, ура! Круто, круто, девочки, я рада, что вы присоединяетесь сейчас с того эфира ко мне. Так, подпилю типсочку. Всегда вот прорабатывайте, вот когда работаете с типсочками, прокручиваем ее. Качество все отлично, все видно, хорошо. И буду покрывать типсу гель-лаком этим же, который у меня под рукой. Розовая пантера. Или сейчас у меня, может, черный есть гель-лак. О, я хочу черный. Теперь я хочу черным гель-лаком. Сделать белую лепку. Давайте. Так. А, я же хотела сделать... Ладно, хотела сделать втирку. Ну, можно попробовать сделать втирку. Так. Покрыла и сушу в лампе. Так, что буду делать? Вот я для вас лепку. Скажите, пожалуйста, если отдельно лепить лепестки на бумаге для объемной лепки, чем их снимать, чтобы не рвались? Ну, здесь нужно... Тут еще важно подобрать пластилин, чтобы он сам не крошился. Ну, и подцеплять каким-нибудь жестким элементом. Ну, вот, допустим, вот. Вот этим можно подцепить. Или шилом подцепить. А где посмотреть домашнее задание? Домашнее задание в том профиле, я вам рассказала, какое домашнее задание. И для личного комментария отвлекать. Не умею, девочки, комментарий отключать. Так душевно у вас. Спасибо большое. Так, привет из Украины. А, Украина, скажите, пожалуйста, вы не знаете, что нужно для того, чтобы приехать в Украину? Нужно ли приглашение русским? Так. Объемные, девочки, не буду показывать. Это сложный элемент. Буду показывать плоскостное. Все, мне достаточно этого цвета. Сейчас буду перекрывать топом. Перекрываю топом. Я из Украины. Ну, просто я сейчас узнала информацию, что нужно приглашение. Вот, я хотела бы узнать, насколько это правда, нужно ли приглашение. А может, и сделаю что-то объемное. Я, девочки, даже не знаю, что буду делать. Ну, что-то красивое. Все, перекрыла топом. Просушиваю в лампе. Пока отвечаю на ваши вопросы. Приглашение не нужно? А в интернете говорят, что нужно, потому что поменялись правила. Просто уедете, никаких приглашений. Знаю, что не нужно. По-моему, только мужчинам, только мужского пола.
А малышам нужно приглашение маленьким. Спасибо большое, девочки, за информацию. Надеюсь, что не нужно приглашение. И это будет действительно совершенно точно. Сейчас я возьму пластилин, которым буду работать. Пластилин. Полина, наверное, забрала, да? Полин, ты здесь? Ты забрала у меня белый пластилин? А жители Европы тоже нужно приглашение? Нет, с Москвы не нужно. У меня тетя 4 дня назад приехала, и мы ей делали приглашение. Во как, спасибо вам большое. Да, конечно, сохраню эфир, девочки. Все, я перекрыла топом. И мне хотелось сделать, посмотреть, как будет смотреться на черном. Знаете, втирка классная, Тортекс. Куда я ее положила только? Втирка, ты где? Вот, смотрите, какая втирка классная. Называется «Розовый пион». И, кстати, еще, девочки, кто из Питера? У нас 13 мая будет день открытых дверей. Целый день мастер-классы. Интересные и полезные информации. Супер-мега-скидки на абсолютно все. Что на продукцию, что на курсы. Поэтому, кто хочет попасть в мое счастье, приходите 13 мая. Все совершенно бесплатно, но нужно сделать просто резерв своего места, чтобы мы знали и были уверены, что вы точно придете. Ух ты! Прикольно, да? На черном. Розовая втирочка. Втирки вообще бесподобны, их даже не нужно прорабатывать праймером. Во, красотень. Так, приглашение нужно к ксерокопии паспорта приглашающей стороны. Месяц назад такие были условия. Спасибо вам большое. Сохраню эфир. Ой, какая втирка красивая. Спасибо. Да, втирка вообще бесподобная. Вот теперь думаю, какой же мне подобрать пластилин. Сейчас я перекрою топом. Втирка вообще стоит 200 рублей. Но, как я говорила, кто у меня там в марафоне участвует, у них есть приятный бонус. Это вы знаете какой. Это только для вас. Втирка, девочки, Артекс сносится идеально. Вот так красиво, да? Ну все, лепка закончилась. Так, за что значит проработать, прорабатывать прям? Ну, есть втирка, когда она крупного помола, и чтобы все держалось, нужно пропилить свободный край и потом перекрывать, ну, пройтись праймером и перекрыть топом, чтобы все держалось. А еще есть такой момент, чтобы все держалось, мы перекрываем тирку базой, а потом просушиваем, потом сверху топ, и вообще просто кошмар. Но это втирки, ну, такие прям, знаете, китайские, крупным помолом, и даже есть, ну, которые брендированные, у них тоже такая вот ситуация, проблема. С этой втиркой такого вообще нету. Не надо никакого праймера, просто топом покрыли, до свидания. Клиенту и счастье ему. Так, в чем проблема, если втирка паутинкой ползет? В топе проблема. И отправка в Украину тоже есть. И если кому-то нужно, у меня мама поедет в Винницкую область. Если кто-то оттуда
мы можем вам прям напрямую это все дело передать, вот, если кто оттуда или кто рядом там находится, с Винницы, можно как-нибудь пересечься, и вам не нужно будет платить за доставку. Так, так, так. Ну что, мы перекрыли. И сейчас бы мне бы вообще подобрать, какой бы цвет сделать. Сюда было бы прекрасно, наверное, белый там. А белый у меня... О, нашла белый, девочки. Все, счастье есть. Счастье есть всегда. Потому что оно в нашем сердце живет и в нашем желании. Самое первое, как я вам рассказывала про свой бизнес-тренинг «Роскошная жизнь». Что если правильно желать, можно получить абсолютно все. Ну что, я вот не знаю даже, какую вам стирку сделать, но мне хочется что-то прям вау-вау-бомбезное. Поэтому давайте-ка мы сейчас это и сделаем бомбезное. Только я найду украшение. Вот. Я запала на вот эти вот штучечки. Втирка 200 рублей, а если на втирку топом перекрывает, начинаем сушить, она собирается. Это причина в топе? Да, скорее всего, причина в топе. Розу, нет, девочки, у нас розу ведет у меня инструктор, моя Полина Виардо, поэтому она и проводит этот курс. Я, к сожалению, не могу такого вам показать. Вот, у меня розы есть только, но они у меня другие. Как она делает, это делает она. И она свои секреты не показывает, только рассказывает и обучает на курсе. Так как это очень все дело сложно. Но в дальнейшем мы собираемся создать онлайн-курс. И для тех, кто не сможет приехать к нам. И также все курсы, которые у нас есть, можно пройти инструкторские. И, кстати, скоро будет инструкторский онлайн, но там будет именно, знаете, не просто онлайн вы посмотрели, все сделали, там очень сложно все будет с конкретными проработками, домашними заданиями. Я прям создала такое, то, что чего еще нету ни у кого. Так, я вот, видели, прокрепила вот в этой своей замесе, и теперь сажаю. Эть, отпустите меня. И сажаю, чтобы оно прям вот устойчиво сидело. Все. Мне хочется немножко на бочок. Вот. И так как она у вас испачкалась, ну, точнее, у меня и у вас она тоже испачкается после такого приема, мы берем кисточку. Сейчас расскажу про замес. Берем кисточку, смочили и протираем об салфеточку. И после этого нам нужно вытереть в том, что она испачкалась, чтобы у вас работа была чистенькая. И подтереть, если что-то куда-то начало убегать. Опять же, чтобы работа была у вас чистая. Ну, там у меня будет сразу. Все, мы прикрепили и кладем в лампу, чтобы это все дело зафиксировалось. Пока я вам отвечу на ваши вопросы. Так, база плюс блестки, да. Корректор рабр и
блеск серебро. Мы замешиваем до густой консистенции, и получается у нас все прекрасно держится. Вот, поэтому пользуйтесь таким моментом, и будет вам счастье. Сейчас у меня пока просохнет, вы пишите мне свои вопросы, а я вам с радостью на них отвечу. Так. Ну что, девочки, а лепить чем? Мы будем лепить. Зачем колечко? А я буду возле него делать вокруг дизайн. Вот Nano Professional. Источник вдохновения. Пластилинчик. Спасибо вам за сердца. Вот я поставила. У меня есть такого плана уже дизайн. Я его делала раньше. И мне очень понравился. Особенно понравился моим клиентам. Ну, не клиентам, а модели, которые мне делают, потому что с клиентами я не работаю. Вот. Поэтому им очень понравился. Все это дело просохло. И сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас только секундочку, подождите. Так. Вы пластилин красите или уже цветной берете? Пластилин вот здесь весь цветной, но вот в этих элементах у меня все прокрашено. Так, девочки, сейчас подождите секундочку. Один момент. А подкрашиваю я гель-краской Artex без липкого слоя, тоненько-тоненько. Но я сейчас вам это все тоже дело покажу, поэтому не переживайте, вы все увидите. Просто мне нужно сейчас ответить, я отвечаю на сообщение. Очень важное, поэтому отвлеклась. Так, привет-приветики, девочки. Рада, что вы подключаетесь. Все, еще одна минуточка, и мы приступим. Все. Так, значит, у меня здесь пластилин нановский, источник вдохновения. Нам понадобится пластилин Волтасепт для промывки кистей и специальная кисточка для лепки. Кисточка у меня специальная вот такая. Если есть только белый, как смешать для получения другого цвета? Ну, можно попробовать капельки добавить, но гель-лак, но это нужно экспериментировать. Я не пробовала, но можно поэкспериментировать. Но, кстати, у нас на гель-краске Artex есть очень крутая скидка. Там 50%, поэтому вы можете приобрести гель-краски по очень выгодной цене. Можете написать «Шоп счастья». Я еще не начинала лепку,
Пигментами интересно, Марина, чем можно заменить корректор рабр? Не пробовала других материалов, но попробуйте какую-либо каучуковую базу. Но я не могу утверждать, что она будет держаться. Просто чем я работаю, это уже давно проверенный способ. Вроде никак, но говорят, что можно сделать самой из замеса полигеля. Ну, все пробовать нужно. А силиконовые кисти... Нет, я не силиконовые люблю, лишь потому что силиконовая кисть не дает нам как раз-таки вот этого натурального эффекта прожилок. Вот я смочила кисточку и теперь прокручиваю, чтобы у меня создалось, ну, вот именно острый кончик. Если этого острого кончика у нас не будет, то лепка будет очень сложно получаться. Вот. Беру пластилин, пластилин нано. И вот у меня белый цвет прекрасный. Я взяла горошинку. Теперь дело закрываю. И самое важное, чтобы ваша перчаточка или ручка была чистая. Поэтому я промываю. И сейчас катаю шарик. Накатала шарик. Сделала надрезик. Так. И пересаживаю. Пересаживаю. Сейчас могу немножечко его... Раз, подтянуть. Подтянула, подтянула. И главное, чтобы у вас был вот этот вот надрезик. Угу. Теперь мы берем кисточку, лепесточек. Еще раз смочили, прокрутили, создали ребро. И вот создали, девочки, упор. И вот наша кисточка прям целеустремленно смотрит вот в эту серединку. Мы начинаем раз нажатие, два нажатия. И вот здесь вот я хочу прям подтянуть, подтянуть. Выглаживаем. Выглаживаем. Блёстки мои попали. Ну ладно, сверху возьму другую эту. С того эфира у меня остались блёстки. И теперь раскладываю. Разложила. И собираю. Вот здесь я немножко еще подвытяну. Ну вот сверху я буду элемент делать еще один. Потому что, ну как видите, испачкалась из-за блесток. Она не очень красиво смотрится. Ну, как бы не очень аккуратно так смотрится. И вот я его вытягиваю, выклаживаю, выклаживаю. Немножко раз, собираю. И получается у нас элемент. Ну, вот в этом месте я хочу еще вот протоптаться и пройтись. Все, этот элемент я просушиваю. Смешивать гель краской, испортите пластилин. Уже пробовала. Вы там уже между собой, да, берите пластилин, например, зеленый, делайте два шарика, корсните их. Как пластилин в школе. Перемешать их не все получится. Да, тоже такой вариант возможен. Так. Ну что, поехали дальше. Мы берем следующий элемент. Кладем на ручку. Прокручиваем шарик. Прям катаем этот шарик. Раз. Я хочу этот элемент закрыть, поэтому я сюда же себе и поставила. Оп, приклеилась. Попробую, не получается. Не хочет приклеиваться. Повторю. Так. Смочила кисточку. И прям вот сейчас я вот ребром-ребром. Раз. И выглаживаю. Видите, вот притаптывающими такими движениями. И разгладила. Притоптала и разгладила. А теперь подсоберу. Видите? И у меня получается...
чистый элемент. И вот самое важное, чтобы оно было вот к серединке подтянуто. Вот. Отлично. Так, просушу я это дело в лампе. А когда нужно сдать домашнее задание, у меня для лепки ничего нету. Ну, ушли с экрана, прошу прощения, уходит с экрана немного. Ну, прошу прощения, не заметила, ушла вся в творчество. Но будет еще подобные элементы. Девочки, домашнее задание сделайте в течение вот буквально нескольких дней. Можно его сделать до конца эфира, до конца марафона, но лучше его сделать вот в ближайшие дни. Так, беру следующий элемент и сейчас буду еще дальше делать для вас такой же элемент, только немножечко по окружности. Сейчас я положу себе вот здесь, вот, и немножко так. А девочки, по поводу лепки, вы можете заказать в нашем магазине и все приобрести. Как я вам сказала, то, что у вас есть скидка, так как... Ну, вот я там рассказала в эфире, почему у вас скидка. Поэтому скидка только для участников того марафона. Вот. Ну и также будут скидки для остальных участников. Кто? Фу, как хорошо, думала, домашку надо уже завтра трустать. Вот. Также будут скидки для людей, кто придет к нам на день открытых дверей 13 мая. Поэтому добро пожаловать в школу в счастье. Я буду вас очень рада видеть и с вами лично познакомиться. Будет день полезной информации от моих инструкторов. Они покажут вам и лепку, и акварель, и дизайны популярные, которые есть сейчас, вот, и градиент. Получается, там столько прям фишечек, вы узнаете. И просушиваем в лампе. Лепку нужно выполнять домашнее задание. Девочки, не обязательно лепку. Знаете, если вам хочется, чтобы я вам помогла, разобрала, значит, выполняем домашнее задание. Если вам лепка как бы не важна, как бы это вот от меня просто бонус лепка, если честно. А вензеля — это как бы тот элемент, который вы должны сдать, проработать, сделать, выполнить. Просто без вензелей нам никуда. Это основы из основ. Смочила кисточку, прокрутила. И сейчас я хочу, чтобы у меня немножечко он был такой объемненький, да? Вот я вижу, что у меня вот там, вот здесь, волосинка. Я взяла эту волосинку, убрала. Сейчас я притопчусь. Нажимаю вот этим ребрышком, поворачиваю, собираю и немножко приподнимаю. Ну, испачканный какой-то он, дружок мой. Ты чего пачкаешься? Откуда там у тебя берется? И вот видите, вот эту часть нам нужно прочистить и убрать. Привет, Беларусь! Ты чего, в Беларуси, что ли, уже перебралась? Я не поняла, или ты там отдыхаешь? Я только из Грузии вернулась. Проводила там свой бизнес-тренинг первый выездной. Вот. Теперь он у меня будет проходить в онлайне, чтобы вам больше дать возможности проработать всю свою жизнь
и чтобы вы смогли жить, как вам действительно хочется. Поэтому скоро запущу свой онлайн-марафон, такой даже не марафон, а прям практику. Это будет не марафон, а практику с домашними заданиями также. Все. Ну, я думаю, что здесь достаточно. Мы все остальное сейчас сделаем инкрустацию. Просушим. Девочки, про активности, которые я вам говорила. Если вы хотите от меня какой-либо, не какой-либо, а вот именно сюрприз, тогда я жду активности на своей страничке. Это лайки, комментарии. Но комментарии как бы не просто «Ой, как красиво, симпатично» там или еще что-то. Ну, комментарии с душой. Тогда, если я увижу, что у вас присутствует душа и любовь, тогда я буду вам очень признательна и подарю. И вы будете очень счастливы. В срочном порядке нужно лепку приобрести. Приобретать. Да. Все, девочки, сейчас я... Знаете, я сейчас подразукрашу, как раз-таки вам покажу, как это дело разукрашивается. Пойду возьму краску. А вы меня подождите. Сюрприз в студию. Ну, сюрприз только для тех, кто будет хорошей девочкой, со мной будет дружить, а я буду с вами дружить. А сколько просушил лампе? 5 секунд, что за декор колечко, из какого материала? Это металлический декор, он у нас продается в магазине в Шоп Счастье. Вот, поэтому можно у нас в магазинчике его приобрести. Так, пошла я, знаете зачем? За краской. Так, значит, будем дружить с семьями. Да, будем дружить с семьями. У меня есть малыш, 2 годика ему. Зовут его Денис. Очень много показываю в сторис. Инди семья любит, мои подписчики очень любят моего сыночка, потому что он очень забавный и веселый. На моей личной страничке все много чего интересно. Вот, чтобы прокрасить лепку, я взяла гель-краску артексовскую без липкого слоя. И взяла капельку, и вот сейчас буду создавать такие вот тени. И растушевывать. Вот, раз. Вот здесь чуть-чуть добавлю. И с вот этой стороны. Раз. Кисточка вообще, девочки, сухая должна быть. Угу. Так. Во. Видите, уже совсем совершенно по-другому заиграл. Так, обезжирить большая инстаграмная семья, да. У меня самой меньше, тоже 2 годика, класс. Акварель можно использовать? Ну, в данном... Акварель... Ну, здесь я не пробовала акварелькой, поэтому не могу ничего сказать. Моему младшему сыну тоже 2 года, круто. Я, девочки, не работаю просто с акварелью, у меня инструктор... Ой, простите, ушла с камеры. Работает акварелькой, я не делаю акварель. Я много курсов передала своим инструкторам, поэтому... Во. Теперь он заиграл, видите? Совершенно другой цветочек стал, и сейчас я его просушиваю в лампе. Да, это просто гель-краска Артекс, на которую у нас действует скидка в нашем магазине до 50%. Вот такая гель-красочка. Ну что,
Теперь мы приступим к креплению страз. Линдо! Так. И я еще раз повторю по поводу крепления страз. Да? Вы перекройте потом лепку, чтобы акварель закрепить. А у меня нету никакой акварели. Это гель-краска без липкого слоя, она сохнет в лампе, и с ней ничего не случится. А если белую гель-краску добавить чуть-чуть цвета, так можно. Нужно, девочки, все, знаете, просто экспериментировать, попробовать, и тогда вы увидите результат, потому что все материалы разные, и сложно понять, что можно, а что нельзя. Нужно экспериментировать, поэтому не бойтесь экспериментировать, И тогда у вас будет получаться очень много интересного. Вот, я не экспериментирую, потому что у меня есть подручные материалы, которыми я работаю. Вот, и сейчас я хочу же прикрепить стразы. И прикреплю стразы. Мой замес уже подвысох, поэтому я сейчас замешаю новый замес. Приветики, Танюшка! Как твои дела, как малыши? Это не вам, это девушка по поводу акварели, это не подойдет. А, поняла. А если белую гель-краску? Угу. Все, я сейчас еще раз замешаю. Замешиваю до густой консистенции. И сейчас буду делать инкрустацию. Потому что так оно вот, ну, слишком просто смотрится. Не по-моему. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Так, вот у меня есть вот такие вот темные стразы. Я сейчас примерю, будут ли они смотреться и сочетаться, или оно будет сливаться. Отлично, растем, открыла магазин. И склонять, ну и школа так... Так и функционирует. Умничка, Танюш. И салон. Да вот ты вообще энерджайзер. Энерджайзер. Это круто. Я очень рада, что ты такая молодец. Опять же, если нужна будет помощь, пиши мне в личку. Я буду рада тебе помочь и поддержать в твоих начинаниях. Поэтому смотрим. Ну, мне кажется, он... Потерялся, да? Пожалуйста, Танюшка. Потерялся, наверное, лучше белый ставить, да? Оп, уберу сейчас. Так, да, сливается. А мне он так понравился. Я еще просто не хочется белый. Уже белый уже сегодня же делаю в другом эфире. Сливается. Вот такие они прикольные. Так, а давайте попробуем красный. Потеряшка. Давайте попробуем красный. Будет ли оно смотреться? Ну как-то. Ну вроде ничего. Белую что ли все же надо делать? Давайте примерим белую и выберем, какую мы оставим. Во. Скорее всего, вот так, да? Голографически может. Да, дешево смотрелось. Скажите, вот так? Заиграла? Я думаю, что заиграла. Еще раз вам покажу с красной. Ну, с красной, мне кажется, дешево смотрится. Не, совершенно не то. Тогда прикрепляю красный. Не очень и белый. Ничего не поняла. Не очень и белый. А что тогда нужно? Не фонтан. Так, в разы лучше. Девочки, оставляем белый или... Или так оставляем? Зеленый?
Мне кажется, зеленый не произойдет. Белый? Белый, да? Может, слезу единорога? Опал? Голографик? Ну вот, зеленый у меня такой есть. Но мне кажется, он не подойдет сюда, зеленый. Не. Мне понравился белый. Фиолетовый не подходит. Я тоже за голографик. Ну, сейчас хорошо, сейчас примерю голографик. А если жемчужины разных размеров? Жемчужины не очень люблю жемчужины. Я просто не хочу. У меня есть момент один. Как бы в другом эфире покажу по поводу жемчужин, как нужно составлять жемчужинки. Ну вот, голограмма. Девочки, что делаем? Белый, розовый, голограмму. Ну вот, хамелеон. Эти. Хорошо. Давайте мы тогда сделаем здесь объемность. Вот эти поинтереснее. Хорошо, девочки. Все, только с вами делаем. Не белый, не то. Белый. Все, я делаю уже голограмму. Эти, отлично. Тогда я создам небольшой такой эффект объемности. Капните потолще базы, на нее фольгу. Не хочу базу, хочу сразу. Вообще я уже устала. Я сейчас объемно просто сделаю инкрустацию. Вот именно, чтобы она объемно смотрелась. Ой, спасибо за ваши сердца. Посыпались. Так. Так. Плотненько. Все. Все. Даже так красиво смотрится. Короче, дорого, богат, все блестит, и втирка, и все, что хотите, да? Так, а кто не любит? Любите вы стразы? Я не очень. Люблю опалы, жемчуг, огонь, спасибо. Я тоже люблю опалы, но сегодня такое настроение, хочется все блестящее, блестящее. Здравствуйте, это у вас база с блеском и замешана? Да-да-да-да-да, база с блеском. Вау, супер, спасибо, Инесса, блестками. Ну, это не блестка, это специальная такая пудрочка, замешанная с микроблеском. Вот звездная пыль. Богато и красиво, спасибо. Круто, и стразы не нужны. Нужны стразы, девочки, очень нужны. Ой, вообще я собиралась на тренировку пойти, знаете. Приветики. Собиралась на тренировку, но вам пообещала показать лепку. И тренировка моя, знаете, пропала. Потому что я уже на нее не успеваю. Вот, я высушила, видели? И сейчас я заполняю это пространство и буду делать инкрустацию.
Запомнила. МК важнее. Конечно, вы с нами потренировались. Да, с вами потренировалась. К сожалению, только не спортом. Но зато с вами пообщалась. Это тоже очень дорогого стоит. Мне было очень приятно с вами болтать. Находиться в вашей компании, потому что я соскучилась по вам, по работе. Во. Засверкали, засверкали огонечки. Сейчас я еще добавлю. Помельче найду. Или для любителей, кто у меня там опалы любит, попробую опал поиметь. Нравится вам все-таки? Вы же не любите сразу. Вот я для вас попытаюсь опал добыть. Немного, видите, он потерялся, опал. Вот, поэтому супер, спасибо большое. Спасибо вам большое, девочки. Поэтому убираю я опал, так как он потерялся. Ну что, сюда, сюда? Не, потерялся он, девочки. Поэтому опал сюда не зашел. Так, возьмем тогда еще голографику малышей. Да, потерялся опал. Бельмо в глазу. И без трасс было шикарно. И без трасс было шикарно. Ну, знаете, девочки, кому нужно подороже, я просто сейчас вам показываю дизайн, который вы возьмете подороже. Если вы не будете делать туда инкрустацию, то дизайн автоматически у вас становится дешевле. Вы же хотите зарабатывать хорошие деньги? Тогда делаем дизайн подороже. И, кстати, по поводу продаж. У нас очень крутой будет бизнес-тренинг в Санкт-Петербурге 20 мая. Как раз-таки по продажам. Он подходит абсолютно всем, кто хочет и кто работает с людьми. Кому важно повысить свой прайс, свой уровень, свои результаты. Вот, поэтому кто сегодня запишется, будет стоимость всего лишь 5000 рублей. Так данный курс стоит 6500. Вот, поэтому кто хочет повысить свой уровень, повысить свою жизнь, свой доход, 8-часовой будет бизнес-тренинг от специалиста высокого уровня. Это буду проводить не я, а вот именно человек, который знает в этом толк. В этом толк конкретно. Поэтому 20 мая в Санкт-Петербурге для вас пройдет бизнес-тренинг, как сделать свой доход высоким. Так, ну все вообще, да? Прикольно. А теперь мы добавим с вами бульоночек. Бульоночки. У меня тоже есть где-то бульоночки. Так. Сейчас добавлю бульонок. Так, сейчас, девочки, сейчас прочитаю ваши комментарии. 13 мая всех ждем на день открытых дверей в счастье. Да-да-да, Настюшечка. Хелп-тирка, плохо носится, что я только не делала. И праймер-торец. Обрабатывала, плюс давая слои базы. И перекрывала топом для слайдеров. И одна умная пришла, сказала, что гелем нужно. Базой каучуковой нужно перекрыть, а потом топом. Похоже на новогоднюю игрушку. Ну да, супер реальные по-богатому. Ну да, это... Чтобы сделать, знаете, ваш прайс подороже. Нам же нужно увеличить ваш доход. Кто не может прийти на бизнес-тренинг, будем увеличивать доход с вами через онлайн. Онлайн будет тоже бизнес-тренинг по продажам.
И вообще будет бизнес-тренинг, который для женщин. Там абсолютно все и про Инстаграм, и про осуществление желаний, постановка целей, открытие бизнеса своего собственного, найти в себе возможности для осуществления всех поставленных задач, чтобы образовались силы и было вообще желание что-либо делать. Короче, мотивационный тренинг для женщин. Взяли капельку. Я сейчас вот добавляю бульоночки, такие вот пиксики. И сейчас еще, может быть, добавлю серебристых. Новогодняя игрушка. Новогодние игрушки. Хлопаю флопушки. Так, а когда есть стоимость онлайн? Девочки, стоимость пока не могу озвучить, если... А какой именно? Подождите, про какой вы говорите? Про мой бизнес-тренинг или про тренинг по продажам? Ну все, хватит, всего достаточно. Новогодняя игрушка готова. 5-го желаем трансляцию по летним рисункам. Девочки, хотите 5-го? По летним дизайнам. Летним дизайнам Summer у нас есть курс. Вот. Поэтому вы можете посмотреть в прямом эфире 5-го числа. Все. Моя лепка готова. Яичко. Налепила все, что было. А да, что мой... Да, мой бизнес-тренинг. Правильно понимаю? Мой будет бизнес-тренинг стоит там по ранней предоплате от 750 рублей до 2000 рублей. Вот. И там будет несколько видов пакетов и возможностей, чтобы была и обратная связь, и было еще больше интенсивности. Я вот все составлю и выложу у себя пост в Инстаграме. Поэтому вы следите, пожалуйста, за моими трансляциями и публикациями. Подпишитесь, и я все сделаю. И надеюсь, я вас не обидела, новогодняя игрушка. Нет, в абсолютной. Знаете, кто что видит, тот и видит. Кто-то вообще скажет, что это за ужас. Поэтому нет, абсолютно меня не обидели. Я сама вижу, что это новогодняя игрушка получилась. Но у меня сейчас просто такое настроение в какого-то веселья захотелось. Вот. Поэтому я с вами повеселилась. И я вам просто показала также технику. Технику, как это создается, как это прокрашивается, как делается инкрустация. Поэтому, может быть, кому-то это нравится, может, кому-то не нравится. Мне нравится. Моим бы клиентам бы тоже это понравилось. Очень красиво. У каждого свое видение. Конечно. Да, брошка тоже. Так. Все, мои кукольки. Кукольки. А поговорить? У каждого свое время. А поговорить? Да. Вы сразу не закрепляйте ничем сверху. Не, зачем? Смотрите. Куда? Куда их креплять? Их потом вообще нереально снимать. Поэтому вот все держится намертво. Слышите звук? Чик-чик-чик. Это тоже на отработку. Если хотите, пожалуйста, отработайте, выполните домашнее задание, будет вам счастье и проверка, и помощь от меня. Я только за. На что крепили? На корректор рабр. Замешивала. Супер блеском. Где он блеском? Вот он. Все, мои куколки, рада была. А потом как снимаете?
вроде я выставляла вот недавно пост там девочки. Сейчас посмотрю, выставляла или нет. Вы у меня умничка и талант. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы меня цените. А я вас буду еще больше любить. А пиксики тоже на базу сумеете прикрепить? Пиксики просто отдельно прикрепила. Вот. Так, я сейчас посмотрю, выставляла ли я крепление, как мы снимаем эти стразы. Ну, кусачками, девочки, если честно, снимаем. Вот, смотрите. Вот. Спасибо большое. Доброй ночи. Спасибо вам еще раз огромное. Все успело. Класс. Вот так мы снимаем. Продержалось оно месяц. Суперский дизайн. Спасибо большое. Видите? Вот так снимается. Ну да, только глазки прикрывайте или очки одевайте. Я еще вас очень приятно слушать. Не хочется вас отпускать. Спасибо большое, Инесса. Вот. Огонь стоит железно, да. По полной программе. Все держится очень классно. Поэтому не переживайте. За счет этого замеса у вас будет все круто. Да. Вон как раз таки зашла инструктор наша Алена Nail Teacher. Это с ее курса, ее же, вот это была ее работа. Модель пришла с ее работой, и потом ее ученица пыталась снять, что сделала Алена. Вот. И как раз таки сейчас делаю рекламу по поводу Аленного курса. Можете к ней записаться, у нее курс апгрейд, вот, процесс курса, просто работы, потрясающе, девочки вышли, курс длится 3 дня, мега прокачки, в мае он стоит 12 500, а так он стоит 13 будет тысяч рублей. И больше потом в передаксе. С приземлением на нашу родину холодную. И сегодня снег был, Алена. Вот, вот такую красоту они создают у нас на курсе. Поэтому, девочки, ждем вас на курсы. Все курсы у нас можно пройти. Ждем на день открытых дверей. Получите скидки, бонусы приятные. Вообще времяпровождение. Поэтому до встречи. Я была рада с вами пообщаться. Жду вас в школе. И все. Чмоки-чмоки. Пока-пока, мои девочки. Вот еще раз вам покажу эту новогоднюю елку. Новогодние игрушки. Хлопаем хлопушки. Все, у нас солнце светило, сакуры цветут. Как круто. Пексик не отпадает, база не отпадает. Нам